В северо-восточных районах Башкортостана в первом полугодии реализовали 15 инвестпроектов. Их общая стоимость оценивается в 128 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство экономического развития и инвестиционной политики региона. В целом здесь намерены осуществить 177 новых инвестпроектов. Они позволят создать около 1000 рабочих мест. Общая сумма вложений составит более 4 миллиардов рублей. И напомню, ранее власти республики разработали программу социально-экономического развития северо-восточных территорий до 2024 года. В документе представят видение развития территории Северо-Востока с контрольными точками, ответственными исполнителями и сроками реализации мероприятий в различных отраслях экономики, включая сферы сельского хозяйства, лесозаготовки, лесопереработки, торговли, предпринимательства и туризма, создание социально значимых объектов, дорожно-транспортной и иной инфраструктуры муниципальных районов. До конца текущего года планируется завершение 64 инвестиционных проектов на общую сумму 2 миллиарда рублей. Также здесь планируется актуализировать базу инвестиционных площадок. Отмечу, Северо-Восток занимает 14% площади Башкортостана, где проживает порядка 170 тысяч жителей. На сегодняшний день на этих территориях работают 3,5 тысячи представителей МСП.